Новая компьютерная техника и настольные игры для людей с ограниченными возможностями. Все это и многое другое появилось в Кировском отделении Всероссийского общества инвалидов. Материально-техническая база областных и районных организаций пополнилась благодаря поддержке депутата Госдумы Рахима Азимова. Это компьютерная и оргтехника, веб-камеры, специальные игры для людей с ограниченными возможностями. Все это отправится в районы области. А в центральном офисе проводятся работы по замене окон и ремонту спортзала. И большое спасибо, что не забывает власть нас. И наши инвалиды, конечно, ну, чем их занять? На самолетах мы не летаем, на пароходах мы не плаваем. А вот эти игры как раз, они там очень популярны среди инвалидов всех возрастов, между прочим.